Привет, друзья. Вот мне сказали, моя фишка в том, что когда я даю советы, как снять за 15 секунд или за 5 секунд любой стресс, который от душевной травмы или физической травмы, то я на фоне картины своих. Но у меня есть еще и другие фишки. Например, сейчас, вот когда мы проводим бесплатные ликбезы или вебинары, люди туда в Zoom выходят и задают такие вопросы по волнующим себя проблемам. И там не обязательно рассказывать про всех свои личные проблемы. Там достаточно просто пройти тестировку, которую я задаю несколько вопросов стандартных. Человек кивает головой, да, нет, а нет. И, пожалуйста, получает развернутый ответ. В этом все преимущества метода ключ. Потому что с помощью метода ключ можно многое делать, то, что нельзя сделать ни с одним методом в мире. Потому что это вещается, так сказать, из школы «Человек будущего» Homo Futurus. И теперь суперприем, который я назвал «Голову в плечи», облегчающий жизнь. За 15 секунд для шеи состояние благоденствия. И за спины, конечно, тоже, чтобы люди могли сразу получить эффект для спины. И там, как создатель ключа, я рассказываю, почему человек хочет при стрессе или травме сжаться, да, и как распрямиться и взлететь. И ошибка большая у людей, почему они болеют, почему стресс продолжается, потому что они все время пытаются по неведению, когда их инстинкт самосохранения помогает им, например, при стрессе сжаться, втянуть голову в плечи. А они пытаются вместо этого, наоборот, выпрямиться. Они пытаются получить сразу конечный результат, не пройдя промежуточную стадию, которая заключается именно в этом упражнении. Втяни голову в шею, сделай так, как тебе организм подсказывает. Услышите еще раз. Услышьте, пожалуйста, имеющий уши, да услышит. Пожалуйста, будьте внимательны. Итак, механизм. Когда человек испытывает стресс, инстинкт самосохранения ему подсказывает сжаться, смоделировать, так сказать, ментально позу эмбриона, позу защищенного. Там максимальная защищенность, комфортность. И поэтому, когда стресс, когда травма, но человек хочет сжаться, наоборот. И не надо делать ошибку, не надо сразу насильно пытаться распрямляться. Господи, сколько мы делаем в жизни ошибок по своему неведению, потому что в школе нас этому не учили. А вот наша школа «Человек будущего» Homo Futurus этому учит. Поэтому, если вы хотите снять 20-летний стресс, какие-то тики неприятные, какие-то там напряжения, вам надо не стараться насильно это у себя блокировать. А вам надо, внимание, эту защитную реакцию усилить на мгновение, усилить несколько раз. Это будет уже осознанное упражнение, это уже моделирование, то, что сама природа вам дала, а вы игнорировали, потому что мы обычно учимся по шаблону. Чтобы понять, как правильно надо понимать вещи, надо вообще-то до них дойти. Надо их для себя открыть. Потому что человек может видеть только то, что им открыто, им осознанно. Все остальное он делает на основе повторения. Итак, повторяю, прием, суперприем. Втяните голову в плечи, голову в плечи. Как? Значит, вы берете вот так, делаете, как вы обычно, когда вы напряжены, голову в плечи втягиваете. Так вот это и надо повторить несколько раз усилением. И после этого отпустить себя, и наступает благоденствие. Вот как просто. Поэтому, друзья, учиться надо у гениев, у победителей. Я не про себя только говорю, я вообще говорю. У людей, которые создали что-то, за плечами которых стоят уже проверенные в кризисных ситуациях советы и методики, которые уже помогли многим.
Поэтому со мной можно спокойно работать. Я вам даю нормальные советы, проверенные, которые никогда повредить не могут. Потому что по принципу ключа подбирать надо только то для себя, что вам просто и комфортно. Если вас втягивает в плечи, так втянитесь. Это комфортно для вас. Это то, что вам природа подсказывает. А если не втягивает, так и не надо. Подбирайте то действие, которых у нас много. Смотрите плейлист «Новые приемы». Подписывайтесь на канал YouTube. Подписывайтесь на Telegram. Смотрите, обязательно читайте. Пожалуйста, читайте, чтобы я не повторял одно и то же много раз новичкам. Пожалуйста, читайте описание под роликами. Под моими роликами всегда, пожалуйста, читайте описание. Потому что я и художник, и врач, и психолог. Не просто психолог, я был ведущим научным психологом, научным сотрудником Психологического института Российской академии образования. Я много еще где был ведущим научным сотрудником и так далее, и так далее. Для чего я это говорю? Новичок, когда заходит, особенно молодой, когда он видит, что кто-то чем-то типа хвалится, он сразу протестует. Правильно, потому что он дает себе период отстраниться, чтобы понаблюдать, изучить, поэтому я и говорю, прочитайте, пожалуйста, под роликом, чтобы понять. Да, и так всегда изучайте, кто вам дает какие-то советы, читайте биографии. Иначе будете слушать всякую ерунду от людей, которые вообще в жизни ничего никогда не создали, а только занимались черти чем. Все люди хорошие, но хорошие тогда и в лучшем виде себя проявляют, когда человек на месте, когда занимается с любовью своим делом. Итак, друзья, супер прием, который изменит вашу жизнь, втяни голову в плечи. Это один из многих-многих приемов метода ключ, а еще ключ 2. Ну, короче говоря, следите за каналом, ставьте лайки, потому что тогда вы продвигаете нашу школу. А вместе мы, сила, сократим кризисы и войны на планете. Итак, до встречи.